Короче, зря КД ловил, да? Нет! Ну так, за компанию. Да потом нужен, наверное, боже, что зайдешь. Зве. Ну окей, кричит, что. Да Хризи Фил спекнется в Фурика, пусть танчит. А сейчас слышно? Да-да-да. Алло-алло. Слышно? Привет-привет. А чё, у меня только протопал, кем надо зайти? Протопалом иди. Что это за босс? Трохуй. Монилик проху. Скажи, скорее всего, вайп был. А сколько у нас хилов? 4. Что за триня в ДЦ? Ничего не бафаю, правильно я понимаю? Ну да, короче, да, давайте человек на пул, эрдрухотай куклу. А все, ничего не стопаем, все время бьем босса. Давайте, я пью куклу, подходите ближе к боссу, на счет 3 начинаем. 1, 2, 3, иначе. Слуш, выходим, чтоб не случилось, выходим, слуш. Буйный рост еще на куклу, пожалуйста. Блин, а зачем вы ведете крану? Надо так в обычке тоже делать. Да сейчас побежит к столу, вы тоже все побежите. Давайте все зеленого играем. Убежали от него, убежали от зеленого. Демона. Что-то я ничего не чувствую. Вы мне скажите, у вас же трилог. Что? Это еще откуда? От красного отходим подальше. Пельмени смотрим, в кукле прям пельмени. Оборванец, фар, беги, все красного играем. На все забили, играем только красного. Ёб твою мать. Зеленого играем. Цель сбежали, сбежали в Цельсии, играем в зеленого. Все, отбегайте от него нахер. Залупа маленькая, не бьется, от красного отходим.
не смотрим, красного бьем. Эршам, бьем все красного. Смотрите, зеленый подальше от крана, держимся. Отходим от слизни, бежим от слизни. Все, идите к столу все. Это пиздец, почему я, блядь, бил без пета? Только под конец разумного, блядь. Я, блядь, начали трая, спросил, мы чё, без демона? Ноль реакции. Блядь. Да похуй. Кто сказал, да похуй, что на гадалка был голос похож? Ну, вообще, это я сказал. А чё, вчера был гадалок с вами в рейде? Да. Расскажите, чё там вообще у вас было на... Он сказал, что ты конченый. Да-да-да. Позвал его в рейд и сам хуй пришёл. Да блин, ну я вчера занят. Короче, Рома, я тебе могу одно сказать. В нашей гильдии вряд ли ты соберешь рейд на эпохального хлопуз. Почему? Ну, у нас нету ДД. Не бери Поклонского, возьмем Флипца сейчас. У него ж наша КД, он просто отошел от компа. Ничего не пойму, вот там нормально расставиться и ДД набрать, все, больше ничего не найдете, так понял. У вас были какие-то проблемы с немотой? Просто мне псих объяснил, что у них в рейде только с ДПСом была проблема. Там дамаг очень сильно падает из немоты.
вот вы говорите, немота, ее можно диспелить? Там написано, что можно диспелить. Она на всех вешается, правильно? Идите вниз, зачем вы туда поднимаетесь? Ну, то есть, берет, короче, ШП, не сбегается на споры. Вот я вам тактику рассказываю, и все, и диспелить немоту. Ну, у вас танки, наверное, ауты какие-нибудь были. Псих сказал, у них не было проблем с танками. У них проблема, он говорит, была. Человек, короче, на него вешается спора. Он начинает убегать от из рейда, короче. Он бежит по рейду. Или спора, или что там вешается. И, короче, блевотня кидается и блюют все подряд. И такая хуйня есть. И все, он сказал, типа, из-за этого там, когда мы бьем босса, минус 5, минус 7 уже. Какой он оставлял максимум, минимум? Там самое интересное, когда человек блевать начинает, и его снизу выбирают. И а босс, он объяснил, да, не за споры, он говорит, слизень выбирает, он начинает бежать по рейду, и все блюют вокруг него, короче. Что будет, если слизень до человека доползет? Тоже просто босс отхилится, и все? Да, просто хилится босс. Отхилится и выбирает другую цель, слезень потом, если его не слить. Мне почему-то псих сказал, что у них вчера не доползал босс. Я не понял, правда, в босса или в человека. А изначально слезень появляется, он в босса ползет или сразу в человека? В человека сразу. А слезень все время в одном месте появляется? Ну, это я не помню, что там как. Ну, на 4 места вроде. Разум. Там, где краны, блять, эти, откуда хуйня этот газ ебаный. Так, меня бьют эти мобы. Дайте хоть пристабав какой-нибудь. А, 2 секунды бабл. Пока, ребята. Я думаю, там надо... А вы во сколько хилов били? 5-6. Нахуя столько хилов? Хлюпец, принимай пати, у нас есть слот. Окей. Но мы не можем взять 2 пиздатых аршамов, 1 холипала и в 3 хила бить. Там пол рейда блюет. Так мы расставим рейд, и они будут нормально блевать. Мы убьем гнилого, я всех расставлю, и все будут на одних местах стоять. Пельмень кинулся, отбежали, вернулись, стали на свое место. Вчера 5 не захилило, блять. Рома говорит 3. Ну кто у вас были хилы? Варенька, Васабик. Кто там еще был? Зарак. Варенька и Васабик хилами вчера были? Да. Шамами? Варенька. Там, короче... Блять, ну там... Там, мне кажется, кроме танка никого не надо хилить. Нахуя тогда там хули? Дурачок, блять! Там рейд проседает очень сильно. Там увеличен урон, походу, не только у босса, а у всех его способностей. И пельмени там летят 3 штуки зеленые. Одна показывается на полу, а 2 другие не показываются. Их только можно увидеть. Да все показываются. Я не видел. Ну типа пельмень такой же, как раньше. Просто раньше он был 1, а сейчас их 3 и все, да? Да, ну это очень... Давайте по пунктам пойдем, в чем отличие. 3 пельменя там вместо 1. Там прилетает, блядь, 12 тысяч от того пельменя, если нахуй он к тебе падает. 3 пельменя вместо 1, которые замедляют скорость. Значит, в них попадать нельзя, чтобы хватило ДПСа. Правильно? Правильно.
Блевотня кидается так же, как кидалась. Давайте в шкаф сумоньте флипца. Когда слизень, ну, после едкой гнили первой, он два слизня начинает призывать. Ну там всего две гнили будет, правильно? Ну да, потому что дальше... Ну да, дальше берса. Три слизня, это вайпа, какой рейд не убьет. А как часто слизни эти призываются? Вчера уже больно быстро призывались бы. Бафы по всем, давайте, кто умирал, там по флипцу бафы. Да, пристав. Наверное, такой же таймер, как на профи. Да на профи раз 30 секунд, по-моему, призывается. Когда газ попадает, по-моему, тогда и слизень выходит. Вроде бы как. Ну, короче, как мне вот вчера показалось. Три пельменя вместо одного. 25% урона больше, 25% хп больше. Слизень ползает. Сколько целей у вас максимум слизень мог догнать? Ну, то есть он первого догоняет, второго, третьего, или как часто вы его убивали? Он не догонял. Его там нельзя. Давали эти. Его замедлять можно только на 50%, как Вальку. Нельзя, чтобы он догонял, потому что он отхилит босса. Два ляма хп. Представь, через пытку играть. Ну, а слизни у вас все били люди, или вы выбирали тех, кто бьет слизни? Все били. У кого слизни хп? Ну, какая-нибудь рога ебаная и кот у вас тоже свичились слизней? Я котом был, да я бил. Из-за того, что свичились, или все хп. Когда один слизень, короче, он тогда били. Я примерно понимаю, что мы будем делать. Главное, чтобы, ну, как бы, рейд не такой, как сейчас собрался. Давайте, все готовы? Начинаем. На пульте. Хант, на пульт Алдорама, пожалуйста. На психопанкса. И Хант с руля и Амнистау. Вы бьете, короче, кинетику сверху. Хоть не я. Охуенный ему пул. Чё, пусть похилят, полежи, короче, отдыхай, думаю, захилят. Кинетика слева падает. Хорошо. Опять надо будет через лед идти. Почему? Чтобы убить максимум боссов и, блядь, потом дрочить уже тухлика. Бейте, пожалуйста, все кинетику. Мне кажется, надо идти сначала на тухлика, чтобы рейд был не уставший. Это если хотим. Но я не хочу идти на тухлика, если мы придем на сурка, и у нас там будет какой-нибудь 310 ДПС на сурке. Алло, кинетика падает. Сколько вчера у вас было на сурке, что вы включили тухлик? Кто вообще на кинетике стоит? Думали легко. Не, ну... Учитывая, что я вчера паладином был на третьем месте, по ДД не очень был. Я знал, что у меня ДД. Что у меня было почти 18к, и у магов у обоих чуть больше. Чтобы все заходили тут. Всякие рефери. Но... Так Рахирим же не умеет играть, когда нацелен только. Мульти дочить умеет. Ладно, что не
Листа, я думаю, как миликов с пельменями крутить, ну типа... Я тебе говорю, я вот за спину туда, где танки стоят, да, вот туда, вперед и вбок. Одна кучка миликов, третья пати под левой ногой, четвертая под правой ногой, вот так надо. Для всем на РДД нахуй тупо зайти, блять, и все, нахуй семей. Ну... Не, мне кажется, нужны в рейде вары, короче, шипы и маги преимущественно, чтобы... Ну это классы, которым вообще похуй на... Они любую цель начинают бить, у них сразу хороший ДПС. Не надо ничего. Блин, вы будете хилить сегодня, ребята, ревностные на одном мобе. Рома, я пойду сегодня палуем, потом зайду на тухлика ШП, окей? ДП смотрим. Не все, Рома. Там еще сложнее, когда варом надо будет бить. Надо будет как-то слизни вводить так, чтобы пулевота не была на всем рейде. Ну да, мы все это на гнилом порепетируем. Я примерно представляю, что будем делать. Тактика дальнего избирают. Ну, если рейд 360-380 тысяч ДПС будет, ну это будет с тремя хилами. Возможно. На тухлом 3 километра. Ой, у нас нету сейчас состава на такой ДПС. Чему не хватит, ничего не пойму. Если мы трех аршамов в три разных места расставим и посовеем еще дадим, чего не хватит? Или два аршама и холипал. Там урон такой большой, что не хватит. Ну... Как ты он большой, потому что вы все, блядь, блюете. А если блевать будет три человека, которые, ну, должны блевать, и все. Там по танку урон большой. Понимаешь, Ром, что ты расставишь, блядь? Люди со слизнями будут бегать и блевать. Причем тут рейд? Мы людей со слизнями будем по широкому кругу отправлять. Но даже если так, то с этим человеком ты должен бежать хил какой-то. Ну, у нас в трех местах будут стоять хилы, и все время минимум два хила будет до него доставать. Просто там танка бьет так, что его один хил не захилит. Его нужно, чтобы 2-3 хила хилили танк. Там по 63 тысячи будет бить. А это 2 крита по 30 тысяч. Кто так хилит? Ну у вас вчера были вайпы из-за того, что танк умирал? Вы много траяли вообще? Да нет, немного. Трая 3-4 дали там. Ну а кто у вас танки вчера были? Поклонский. Белин, что ли? Ну а если два БДК сделать вместо одного протопала? Так и надо два БДК, мне выжимаемость больше. Но это ни о чем еще не говорит. Он может отхиливаться, но это не поможет никак. Там урон очень большой. Ну, мы придем, ты увидишь, очень-очень сильно бьет танков. Так может его тогда не надо включать, просто обычный ЦК пройти и все? Ну вообще я за, потому что, ну, я очень сомневаюсь, что мы играем. Зависит от того, кто зайдет, если там Гудел, на Рексис, всякий там Олег, Сахар, если все зайдут, можно попробовать. Я зайду. А кем Гудел вчера в рейде был? Совой он был. Клёный он был. И что, он видит, но у вас не оптимальный рейд собран. Гудел к совой дает один ДПС, а ШП или магом он по 20-ку гудала. Или варом. Мы не думали, что так сложно. Ну, я представлял, что это сложно. Рейд просто не был настроен на то, что это вайпы будут. Как может пойти? Может пойти по КД, побить вашего тухлика, а потом. Ну, типа, туда пособирать рейд, повешать всем КД, просто потратить его. Если будет видно, что вообще надежды никакой нет. Там час потратить его, собрать новую ЦЛК, идти в новую ЦЛК. Ну, сейчас не соберешь ты всех, кто вчера был. Ну, да нахуй не нужны. Мы будем собирать новый рейд, просто с нормальными игроками. А, ну если похуй на КД, то да. А типа потом собрать ЦЛК с нуля, да? Если не получится. Ну да, потом в 8 до вечера, в 8:30 собрать ЦЛК с нуля. Ну я согласен. Быстренько, да, тухлого попробовать. Часик. А, кстати, там написано, что, типа, отключить режим нельзя. А как он включается, режим этот?
нужно убить зеленую собаку. Весна. Квест. Нужно убить ее, весь рейд должен снять шлем и убить. Там сдаешь квест, ключ получаешь. Ну, так, а если собака воскресилась? Давайте подходим ближе, все готовы, стоим все на месте. Только протопалы БДК пошли вперед. Все стоим на месте. Ну, у нас не дошло до того, чтобы воскресилась. Не, в смысле, сегодня вот, ну, как бы собака воскресилась, и что там, заново надо это включать, или там все включено? Ну, просто сейчас я по тому КД зайду, да посмотрю. По идее на тупку лучше всего плюс там еще через рынок купить, чтобы нормально так монарез спать. Были у Хилова у вас проблемы с маной? Там хан сбежится или нет? Не должно быть там проблем, там 4 или 5 дрюда. А кто Эршаманом был вчера? Зара. Новенький Эршаман. Ты вас ап. А, его знаем. Хороший. А Холипал был? Да. Калк. Толпа не мало. Абисер был. Ярдл и Варенька. Шесть сначала хилов пробовал. Вайпнулись. Потом пять хилов. Ну а если мы, допустим, сделаем варенька, Ршам, Васап, Ршам и Бибоп, Холли Пал, например? Ну, что вы думаете, не хватит этого хила? Нет, не хватит. Ну это я 100% говорю, ты просто попробуй и танки упадут. Ты представь себе ситуацию, любой из этих хилов берет, а сразу там. А ДЦ у вас был вчера? А, ДЦ бы зашел там. Ну потом заходил, но это не правильно. Там нужно 6 хилов. Потому что вот ты говоришь, Ршам, а как они тебе рейд будут захилить? Цепак сколько там? 6 целей? 4 цели, но я не знаю. Мы всю целка 25 гер в 2 Ршама проходили. Там урон. И Синдрук 2 Ршама, и Лича в 2 Ршама захиливали. Там урон идет по всему рейду большой, когда облако вот это. А едкая гниль бьет больше, походу. Кто две споры словил, они проседают сразу. А потом блевота кидается. Если на одного хила кинется блевота, там будет не до хил вайп. Там либо сакры, блядь, давать по КД, блядь. Паладинов там штуки 4. Сука, там так сложно, блядь. Мне кажется, если чешку ДД будет кидать, это нормально или нет? Чего кидать? С одну треню снимаешь и кидаешь чешку по рейду. Вот я думаю, там Холи Прист ДЦ точно нужны, потому что кидать на танка вот этот дух, все эти зубы пригодится. Там ВДК Дев незыблемость, а кровь его под кровью захуяли. С двух ударов тоже. 100 тысяч ВДК под кровью. Ну а почему ты говоришь про два удара? Что босс два удара подряд наносит? Ты знаешь, что он очень быстро бьет? Он там за одну секунду бьет. Вот когда он вдохнул 3 раза, да, он бьет на 150 скорее, процентов быстрее, на 150% быстрее. Так он бьет там 15 секунд всего так. Ну не скажи 15. Потом больше. Выдыхает. В это время, короче, танк прожался и все. Там 20 или больше секунд. Не хватит было. Не, ну 12 секунд деф висит, потом еще, короче, что-то. Ну вот именно что-то, а что? Капля убьет сразу паладина. Либо надо на паладина. Вон, Поклонский говорит, что он не падал вчера, что он народ твой топтал. Дамгу. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Можете видео посмотреть там, но на ютубе есть. Мы ведь так хорошо платили. Сука, где завоеватель? Одни покорители, бля, ебаные. Тогда я буду пошир. Покрите вроде.
Че, кровь убили, да? Там чисто теоретически, как Васап говорит, можно убить его. Джерри, он там что-то считал, 380 ДПС надо. А 340 он сказал. А, ну 340 это еще более меняется. А что за маг Гуделочка? Это Серсея? Ну, говорят, продала или отдала, не знаю. В РК ее нет. Ну, в гильдии в той же? Не знаю. Гуделочка, ты в РК? Сейчас я тебе оборваюсь. Эти хилы, я агрю мобов. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Не ФКшьте, пожалуйста, бейте трэш. Вы, блять, у вас 15 человек стоит просто так. Чувака у какого-то ник Виталий Кун. Виталий Кун, это Виталий Кун. Ой, заорал, блядь. А Кун это ж вроде на японском гей переводится, нет? Нет, это на японском. Жопа? Да, по-джински. Да неправда. Мне кажется, правда. Нет. Там, короче... Бейте все левую. Давайте все звездочку играем. Сказал тебе, что мне говорит, картина Google взял. Ввел гей. Я ввел гей, блять, я хуял, там столько этих пидоров, блядь. Лучше бы я не выиграл. Бейте все правую звезду, пожалуйста, ребята. Все звезду играем. Ну прикольная фотка. Флажки такие, блядь. А ты нашел его или нет? Нет, куда? Потому что я ввел гей и больше не нашел я. Потом вел пидор, солист вел и все равно не нашел, короче. Не знаю, где я ее взял, короче. Все в звездочку играем, ребят. Справа звезда стоит. Тупо самая такая часть твоей зарисовки. Проорал просто. Забили на все, играем в звезду. Ледяной играем теперь, который кастует тоже звездочка. У кого у нас хит доспехи есть? Нету цели. Thank you.
А чё, в 10 гер это сделал кто-то, тухлик это? Ну о чём-то разница лута, есть 10 гер, 25 сумка это? Нет. То есть мы убьем его в 25 гер, и никто не узнает, что мы это сделали? Как-то так. Узнают, у Войда будет видосик. Не, на первый анбаф сразу всему серверу линганула ачивку. Я имею в виду рейд такой нужен. А, Джерри он также написал. У меня аж слеза скатилась. Да, было время. Че, спекаться? Да, спекайся. Сейчас по лобычке вайпнемся. Че вы тут забежали-то, ё-моё? Давайте 2 ДЦ на рейде, не знаю, как вы это будете делать. Аршам, Ардру и Холипал в порталах. Нету ни у кого там холи приста. Ладно, чек на пол. Фейла у тебя нету, Эрдру? Ты же был Эрдру в каком-то рейде нормально. Фромера, нахуя у тебя холи, у холи пау 4-10? Спекнись в Эрдру, пожалуйста, тоже побудь на вальке. Этот хилит не очень хорошо. Нахуя Холипал вот такие таланты, я даже не понимаю. Да, 2 Эрдру, Эршам и Холипал в порталах, 2 ДЦ на рейде. Летать вы будете за звездой, за шаманом. Все готовы, я справа танчу, начинаем. Подавители бьем. Амнистия, зачем ты в одного жирного бьешь иссушение, когда вокруг него ни цели нету? Амнисти, это не тот маг, там фуловый все время в Долоране стоит. А, ну ладно. Вот ты магом в рейд пойдешь.
Вообще не знаю, вот так после вчерашнего разойдет или нет. Помнишь, меня тошнит уже. Че, вы долго били раз вчера? Час. Как бичи, блядь. Первые три трая танки падали, баг какой-то там. То ли поклонский сакру дает по рейду и умирает сразу. Протопал, когда умирает, убивает. Я открыла портал в изумрудный сон. А потом затупка начинается. Там вы найдете спасение, герой. Силы возвращаются ко мне. Еще немного. Ебать, вы хилые, конечно. Хильте друиды жизнецветом. Что вы жизнецвет не первый по хилам? Тупо не давайте жизнецвету вставать, он по 500 тысяч хилит. Войта, куда ты делал прилив, за который мне сейчас прицел дичку пишет? Можешь не обращать внимания. Ну я же задал тебе конкретный вопрос, я же не спросил, обращать мне на него внимание или нет. Не знаю. А что ты ему не отдал его? Потому что кидала, блядь. А зачем ты его в рейд брал, если он тебя обижает? Я не брал. Олег брал. Мой избавление. Прицел, по-моему, тот человек, который говорил, что ему похер на все эти шмотки, и сейчас за шмотки что-то пишет. Да ему похуй на шмотку, ему прикольно до тебя доебаться, что ты кидок. Да мне похуй на него. И тому ты избавление отдал. Себе. Какой квест ссылка сейчас? Был, который на корабле. А ну нафиг, это был босс. Пойду. Заебись, пекнусь. Поставь фрилот. Я этих дракончиков иду. О-о. Добейте этих пауков ебучих.
Давайте спускайтесь вниз, сразу Синдру будем ловить. Хватит так пока что. Сейчас маме копью. Каску шаману дайте тогда. Да ладно, мы не будем с разбитым еще пока что, люди. А мне стало это пока что. Только приз стоит, а пока что. Беги-беги, вот так. Джейми тролль. Что? Чё, тролль ты? Во сколько вы хилов били вчера, Дима? Я тебе ответил, что в 5. Войт, прицел Бру. Сейчас... Войт, ты тут, Войт? Прицел сейчас пишет, что они бьют с Дрим... А, блядь, они в 10 гер. Так 10 гер это изи. Он пишет, 500 тонн не добили, это легко. 5 хилов. А как ты думаешь, 3 выхилят псих? Ну если будет 3 десера туда. ДЦ обязательно, холипал и эршам. Вообще на изичах. Только надо, чтобы хилы умели хилить. И чтобы ШП диспалили сало моментально. Да? Давайте футбол в парень. А вы что, уже пошли? Да не, по бабочке пока. 5 хилов, да? Блять, хочу в 3 бить. 3 мало, наверное. ДЦ обязательно нахуя, чтобы танка не ваншотала. Чтобы рейд не ваншотал и танка, да. Так ДЦ будет профитнее, чем Ардру. Он типа абсурдный. Не, я про Эрдру не думал. Я думал, 2 эршама и хэпал, или вообще 3 эршама. В 3 места их расставить, и пиздец. Они не захилят рейд. И танков. Там по танкам летит вообще жопа урон. Типа, ты в 2 БДК будешь или в протопалы еще? Да я не знаю, нахуй там протопал наш. Ну вот, типа, там нужен ретрик, наверное, я думаю, сокроет и массовый, помойный. Давайте, все готовы? Маги интеллекта, начинаем. Пошлите, спускайтесь. Бля, ну ретрик сокроет, это ж ПВП спек, он же не будет дамажить. Да будет, наверное. Вы что, ухилите там или как? Какой-то умер. Сука, ну не поднимайте лока, он не одет и не надо его резать. Маш, пойди покурить пока. Дел. Ну, псих, ты же сказал, ты уйдешь. Ой, псих, блядь, Джерри, он ты же сказал, что ты уйдешь. Ну, или ты уже вернулся, 8... Джерри? Не, я вернулся, но я до 8 буду дома, потом я обратно ухожу. Он ко мне в гости едет. А в Москву сгоняй. В Москву сгоняй. Я масеньки, блядь. Слышь, вот я про тебя с Гуделком вообще ничего не говорю. У нас с Гуделком настоящая братская любовь. А у нас с Джерриом настоящая, просто настоящая любовь. Мы просто в жопу друг другу даем и все. Я поймаю босса, я все вижу. Расставляйтесь, метки вообще не трогайте, ну их нахуй. Просто стойте. Вообще не трогайте метки, просто стоим, смотрим в небо, справа близко падает. Слева близко падает.
Левый склеп чуть-чуть бьем, самый левый. Слева в центре. Самый левый бьем, один склеп. Правый склеп бьем. Босс будет спускаться, флипец, поешь гимн на отхил. Давайте, бьем склепы, фулл ДД во все склепы. Флипец, пой гимн. Почему Марвин гимн не понял? Ловил, блядь. Я забыл, что я ловлю, блядь. Он чист, ёбан. Димон. Го в гостиную. Давай, Эрдру, поднимай, пожалуйста, мага. Бафа магу. Бля, я забыл, что я ловлю, сори. Кончен. А что, если мы рост сейчас дадим, она ж не взлетит больше или взлетит? Если до процента определенно не добьем, то взлетит. Бля, спасибо за тактику большое. С каких процентах переходка? Ну ладно. Поверю Войду на слово. На мне метка. Не бейте склепы, так же не бьем, как не били. Когда босс будет приземляться, амнистии поешь гимн, и все. Ой, ты поназывай, куда падает. Все, не бейте склепы, пожалуйста, это вам не нужно. Давайте, амнистии гимн на хп разбивайте. Все, ебать, вся тактика. Керу? Да, пожалуйста. Первую метку в сторону. Кот в сторону. Разбиваем склеп слева. Следующую под босс. Под босса вар. Пошли милики, блядь. Беги, малышка, беги! Метка в кучке. Метка МД, в кучке. МД, РШМ, РШМ, метка. Господи, блин, боже мой. Сорян, ребята. Бьем склепы. Дал саку. Присты есть не в метках? Есть. Споешь гимн на хп. Пой гимн. Хильте, блядь, пожалуйста, меня. А, на мне нет ничего. Хорошо. Сова, больше так не делайте, умоляю. Под босса, МД, под босса, милики ушли. Похильте меня, бога ради. С руля спой гимн на хп. Это на спой гимн на хп. Милики, милики, под босса, милики ушли, ну ёб твою мать. Сука, тут побрыл поясы, блядь. В сторону. Склеп слева, побейте чуть-чуть. Просто милики ушли. Последняя метка. Разбивайте метку и все остальные в сторону.
Талик, бля, с этим хилом затыкал метку, извините еще раз. Блин, опять по два пока. Просто пиздец. Это на мейн? Ну да. А еще у нас, по-моему, аура от льда не было на Синдре. Была. Ну ладно, значит, это было. Джейми, ты всем будешь собирать? Хэм? Да. Все. Но я думаю, мы пойдем все-таки, наверное, без КД на Тухлика. Просто посмотрим, какой рейд мы сможем собрать. Самый сильный будем брать. А потом как бы будем разбираться уже с Хэмом с нуля в 8 часов вечера. Так что, ну если Тухлика как бы будет шанс убить, то мы будем его тратить. Мне целка это не нужно, мне Тухлик только нужен. Да, мне интересно уже целка. 125 его никто еще не убил. Как бы все далеко еще от того, чтобы убить. А у нас будет хороший шанс, потому что как бы вот Джерри, он уже подтянулся. Поклонский тут. Есть из кого, короче, собирать. Там Винивон пришел. Гуделочка, что не так? Я запустил, все там что-то нажали, по крайней мере. Я сам чему подиспелю. Идите рейд, пожалуйста, вот сюда в звезду встаньте. Вот сюда. Пусть вы там все стоите. В звездочку РДД. Лич будет примерно где рыба. Трэш будет вот здесь. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду... Бись еще на переход. Твои отчаяния... Крест пристан. Там, короче, типа, любимое блюдо Чингисхана, там мужик 30 минут готовит, короче, камни складывает в казан. Пиздец, короче. Там комментарии, типа, ну, обоссаться можно. В группе там пост сделал. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света... Тьма, ловушка, все в свет. Чума, приготовились, секунду. Хзи-фризи-бзи. Хорошо. Одна секунда. Хмисим, блять, что вы за нахуйники? Хан, ты куда понес, блин? Охуенный хан. Надо его в трэш было нести. Все, иди на место, хан. Не бойся, все хорошо у тебя. Отличная жизнь. Ебать, как мы долго бьем. Давайте на край все. Канты и ШП бьют шарики, которые летят к нам. Все,
все остальные бьют гневных духов. Вернение. Трися опять 4 раза подряд. О, дайте маны шаману, пожалуйста, ребят. Ты ничего не говори. Собы. Дайте тем МД. Нет, Рома, не слышно. Не, не слышно тебе, Джейм. Звезду идите. Звезду станьте. Звезду, сука, в лужу полетите, ебаный. Первая валька спустится в лужу. Право-лево побежали, слушай. Вышел, вышел. Все хорошо, ебан. Чапа, с центра все вышли. Вышли с центра уже. ЧП ушли с центра. Сука. А сейчас? Да. Сейчас слышно? Да. Целых 2%. Ребята, теперь слышно? Умоляю, ответьте. Да. Слышно. Это какие-то трудности со звуком. Переходка на край. Подходите все. Господи, умоляю. Какие вы молодцы все, ёпта. Случайно там таунты прожимал, и сейчас опять случайно, блядь. Чё вы где там, блядь? Не понимаю, чё такое ужасное название, блядь, комнат, я не пойму. Чё, сука? Привет, Витас. Что это, блядь, такое вообще? Уютная берлога Марата, блядь. Чё это за патриарх? Это... Да это... Бипов подсасывает им, понял, чтоб они с гильдии не ливнули. Комнаты им собственные делают. А что у нас еще нету, блядь, комнаты, я не пойму. А мы мало с тобой играем. Попроси, он решил, что нам нужно не подсасывать. Сука. Ну я ему устрою, блядь. Недели без секса, мне. Как дела у вас, что вы делаете? Где вы? Ты, блядь, где вы, алло? Толич! Ну, мой голос прорезался, да, сразу? Талик, на твой голос, у него, блядь, не только голос прорезался. Да ты видел вот эту хуйню ВКонтакте, которую он пишет? Духов можем сделать. Ебать, как тёлка, которая всем внимания хочет, блядь. Я очень сильно заболел, у меня ангина, доктор сказал не разговаривать, блядь. Тебе доктор сказал хуйню. А нахуя вы бьёте духов, бейте лича, блядь, алло, алло. Не делаем мы никаких духов, долго, блядь, будем бить. Бейте сейчас клича. Идите все отсюда, вам. К личу прижмитесь. Ты реально, что ли? Меня опять не слышно? Да, реально. Ну падай. А, ну ты повел их. Сейчас я захожу в игру, кикай кого-то. Захожу, кого кикать? Плюсик в чат быстрее. Команда, давай для прикола Геру. А
давайте, Геру, а чё вы её до сих пор не дали? Ой, осквернение, блядь, вышли, вышли с лужи. Хлеба мы... твою налево. Ару, блядь. Шаман, захилься, умоляю. МД, захилься. Беги отсюда, тут духи. МД, беги отсюда. Плеча, блядь. Чё будем добивать? Да-да, 10%. Ёб твою мать. Блядь, ты лечил обычно. Охренеть. Чё, с большим часов будет, да? Как можно было так? Ладно, взрывай духов. Тихо, патроли, короче, соферность. Ладно, уже не надо. Падайте. Ой, блядь. Ты кто там залил? Вы извините, ребята, я просто не рейдил в обычке. Ну, не вижу смысла ничего говорить. Оказывается, вам нужно называть, когда там осквернение, когда выбегает нужно. Я охуел просто сейчас. Вы можете запомнить одну простую истину, что когда вы вышли с лужи, уже вышли, все, вы уже не в луже, вам еще надо бежать. Нельзя стоять в метре от лужи. Почему, блядь, вечно какие-то проблемы, сука? 10 человек выбежали из лужи и стоят на краю. Один даун не выбежал, лужа выросла на этих 10-рых, опять растет. Блядь, бегите нахуй, прыгайте с платформы, чтоб в луже в этой не стоять. Уебесы, блядь. Поднимайтесь наверх, господи, умоляю. Сука, на шамана смотрю, 1% хп. Кричу ему, шаман, захилься, захилься. Смотрю, цепуха и стоит прямо для меня, хилится под духами. Оборванец Хмели-Сунели. Господи, ребят, что вас заставляет такие ники придумывать? Актул Галы. Ну, это хотя бы уже знакомо. Сука. Твои ники видел, блядь. Ладно, Авенс, нормальный ник. Допустим, Псикапункс. Ну, пойдет. С руля, смешно. Хмели-Сунели. Ебать. Хризи Филакс. Охуеть. Что там тебе девушка ругает, что ты матом ругаешься? Не, наверное, он посуду просто не помыл. Марки. Вы, блядь, сука, не смейся, осложнение. Привет, Ваня. Да он, походу, уже 150 дернул, его уже попустило. Давайте, фулбаф. Чех на пол, становитесь на место. Смешно вам, блядь. Магам кулак дайте. Карлок, каплок. Типа капслок, только... Чё надо, блядь? Оборванец. Оборванец тут. Карлок, ты готов? Пойду, Карлок. Да-да-да. Давайте все на места. Все, запустил босса, Карлоку дайте что-нибудь. В рот, например. Себе дай. Джейми, поставь дживс. У меня нет инженерии. Что дживс забыл поставить? Давай ставишься. Ставь быстро. Стоит?
возле тотема. Хант, а ты не знаешь, как чуму носить? Вот видишь, где звездочка? К ней чуму неси, если на тебя кинется чума. А да ты куда-то ее понес, не туда, куда надо. Почта есть, только уже 5 секунд до начала. 3 секунды до пула, ребята. Приготовьтесь, пожалуйста, бога ради. Клоты еще какие-то. Клото. Кто такой Клото? Самосход. Блин, здесь спалился уже. Что-то зависло у меня. Да, такая же. Диском.